Нам надо поднять эту сторону. Если бы кто-то сказал в 2014 году, что вот этот проект закончится олимпийским с 6000 людей. Уходите в игру, быстро! Вот почему я в ночь держу. Я ни за что бы не поверил. Я надеялся, что когда я увидел Серегу, приехал утром, у нас все отлично получится. Этот день должен был реально быть таким вот духоподъемным, вау, круто. Но... Рад, Серега. Другого варианта нет, если хочешь мероприятие. Я почувствовал, что мы ни хера не успеваешь. Да, я не могу указать. Мы не только с интернетом. Я не могу отсюда стартовать на сцену, не оттуда выходить. Все, 10:00. Люди раньше времени оказались в холодном шатре. Нужно было срочно бежать туда. Дали вот этот рупор. Соответственно, в рупор я говорила, дорогие гости, программа уже начинается. И вдруг началось шоу, все заработало. Вот этот командный дух, он так всех сплачивает, что все действительно начинают работать как единый организм. И тогда такая эйфория внутри была, да, тогда да. Для меня МуКон — это бороться с собой. Именно ради этого мы делаем это мероприятие. Люди вдруг выясняют, что можно сделать намного больше, чем они думают.